Друзья, всем привет! Продолжаем рассматривать проект Uranet. В первом видео мы уже с вами рассмотрели данный проект более подробно, узнали, что он предлагает, в какой сфере он работает, да, разобрались с вами, что это новое направление в сфере азартных игр, вот, где у людей появится возможность создавать столы или собирать там компанию для игры в тот же покер и так далее. Вот, и сегодня мы с вами рассмотрим особенности данного проекта и рассмотрим рейтинги независимых экспертов, чтобы понять, насколько этот проект перспективный и, скажем так, подвести итог нашим обзорам. Вот, по поводу особенностей, что могу сказать? То есть, если смотреть со стороны организатора, то он сможет получать прибыль, собранную за время проведения игры, и, в принципе, перепродавать право на создание игры. То есть это будет либо фиксированная цена, либо какая-то лотерея, либо аукцион, либо же, то есть, что больше понравится организатору, вот. А также сможет использовать в качестве ставки, допустим, на некоторые события. Это именно с той прибыли, которую он соберет за момент проведения игры. Вот, следующий момент касается ранга, то есть, что можно делать с ним. Во-первых, ранг можно продать. То есть продажа ранга будет возможна как другим игрокам, вот, а также его можно будет использовать в принципе в качестве ставки, да, как это будет использовано с прибылью, которую он будет проводить. То есть также можно будет поставить ставку на то или иной исход событий. Вот, то есть следующий момент, который будет возможен с помощью данного проекта, это приватные игры по приглашению, то есть это будут либо закрытые столы, либо просто какой-то специальный доступ, то есть где вы сможете, допустим, создав стол, пригласить своих друзей и будете, то есть, иметь возможность играть только с ними, то есть никаких других, в принципе, людей у вас, ну, не будет. Вот. И последний момент, это что касается токенов, то есть токены 70% токенов компании, они будут собираться на платформе, то есть на данном ICO, и они будут использованы для именно в розыгрышах джекпотов. Вот, то есть пользователи, которые имеют определенное количество токенов, либо же имеют определенный ранг, они будут, появится у них возможность участвовать в розыгрышах, где, собственно, и будут разыграны эти призы. Вот, поэтому вот такие особенности данной платформы были. Давайте сейчас быстренько пробежимся по, ну, скажем так, главному окну сайта, чтобы у вас было представление, собственно, в навигации по сайту. Вот, смотрите, то есть на главной странице у нас встречают как бы все основное, что можно знать, нужно знать о компании, то есть это документация, это одностраничники презентации, также возможность купить токены, но уже 20% бонус закончился, поэтому бонус будет, скорее всего, меньше, но как бы в любом случае возможность покупки токена есть. Вверху у нас, соответственно, навигационные кнопки, кнопки на социальные сети, перевод сайта на различные языки. Вот также у нас баланс и покупка токена. Это ваш дашборд, где вы, в принципе, сможете делать любые манипуляции с вашими токенами. Вот. И что нас интересует? Нас интересуют рейтинги проекта от независимых экспертов, да, такие как ICO Bench, ICO Marks, Track ICO. То есть, да, мы можем видеть, что просто колоссальные рейтинги данный проект показывает. И сейчас мы зайдем на буквально пару сайтов, убедиться, так ли это или нет. Вот. И на самом деле, изучая проект, я действительно понял, что традиционным азартным играм сейчас именно не хватает такого проекта, который бы смог взять под контроль, скажем так, все казино и, то есть, создать именно децентрализованную возможность создания либо столов, либо просто своих каких-то комнат. Ну, в кавычках, да, комнат, где, в принципе, люди могли бы играть. Все это было честно, снижение порогов, то есть потери своих денег. Вот. Поэтому давайте зайдем на сайт ICO Bench. На сайте у нас действительно рейтинг показывает 4,2. То есть,
самый малый рейтинг у нас в команде, но я думаю, это вопрос времени, то есть команда, в принципе, еще войдет во вкус, покажет себя, и я думаю, что такие колоссальные рейтинги, они просто не оставят равнодушными, да, если можно так выразиться, и они нагонят, и рейтинги, да, возможно, повысятся даже еще и больше. Вот. Ну, а также здесь можно найти подробную информацию, то есть о проекте, о цене проекта, то есть на какой платформе он построен, также какую-то детальную информацию можно почитать о нем. Вот. Но самое главное, что нам интересно, это действительно, да, рейтинги проекта просто очень колоссальные, большие, и это только ему в плюс. Вот. Что касается сайта ICO Holder, также, да, мы видим рейтинг у него 4.0. Вот, но здесь у нас, то есть, активность. Активность страдает, да, это я уже сказал, потому что, ну, команда просто еще, скажем так, раскачивается и покажет еще себя, покажет свою работу, покажет себя в действии, вот. И мы увидим, конечно, готовый продукт на 100%, потому что с такими рейтингами я уверен, что результат проекта просто превзойдет все ожидания. Вот, поэтому, кому интересно, переходите на сайт uri.io, на сайт будет ссылка в описании под этим видео, и можно приобрести токены, да, уже сейчас, будет, конечно, процент меньше, но так или иначе, токены в свой инвестиционный портфель вы приобрести сможете. Вот, поэтому спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и следите за дальнейшими разборами. Всего доброго!